Есть удивительный народ, гостеприимный, щедрый, скромный, всегда всех в гости позовет, откроет дастархан огромный. О, это чудо дастархан! На нем шубат, кумыс, кымран, козы, карта и бишпармак. Эти строки родились у заместителя председателя Иранского этнокультурного центра Южно-Казахстанской области Усена Мирзаева буквально за пару минут. Оно и понятно, такое мероприятие просто не могло не вдохновить. Сразу столько дастарханов, главное украшение которых – коронное блюдо казахского народа. Этот бишпармак приготовили мастера областного уйгурского этнокультурного центра. Похоже, авторы сего произведения сумели приготовить лучший бишпармак. От желающих его попробовать не было отбоя. Ну а секрет приготовления бишпармака кроется... Главное – это правильно выбрать мясо. От этого и зависит, какой получится бишпармак. А пока конкурсанты угощали всех собравшихся и с волнением ожидали результатов, жюри предстояло определиться с победителем. Кстати, пока они горячо спорили о вкусах, один из членов жюри объяснил, почему блюдо правильнее называть етасу. Это переселенцы так неправильно назвали и даже несколько уничижительно. Мол, едят пятью пальцами бишпармак. Но на казахском языке нет слова бармак, есть саусак. А это блюдо испокон называется етасу. Поэтому я настаиваю на его правильном наименовании. К слову, жюри оценивали не только вкусовые характеристики каждого блюда, но и то, как оно подано. По его итогам третье место поделили узбекский, татаро-башкирский и кыргызский культурные центры. Второе место у культурного объединения «Интымак» и турецкого этнокультурного центра. Первое место за уйгурским этнокультурным центром. Ну а гран-при завоевало блюдо, приготовленное иранским культурным центром Южно-Казахстанской области. Вообще у иранцев етасу такого нету. Но мы должны признать, мы родились, выросли, живем здесь. И я сейчас только сказал, это в неделю, если мы один раз или два раза бишпармак не кушаем, мы себя чувствуем неуютно. Поэтому мы это я считаю, бишпармак – это наш общее блюдо. Каждая номинация подкреплена и денежным призом. Авторам бишпармака победителя вручили премию в размере 200 000 тенге.